Завершающим аккордом масштабного многожанрового фестиваля «Миллениум» в городе над Бугом стал гала-концерт. На протяжении трех дней проходили конкурсные прослушивания по 5 номинациям – вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Около 7 тысяч участников от 3 лет и старше, приехавшие из многих городов Беларуси, а также из России, Молдовы, Украины, Литвы, Узбекистана, собрались для того, чтобы определить лучших, весело и интересно провести время. Когда мы в прошлом году обсуждали в конце года мероприятия, которые мы будем повторять, и не только и в этом году, а всегда, конечно же, первое, что сказал председатель Брестского горисполкома, это был фестиваль-конкурс «Миллениум». Он действительно собирает таланты в самых разных областях. Фестиваль «Миллениум» стремится, и мы надеемся, в скором будущем станет одной из визитных карточек города Бреста. По сути, очень масштабное творческое мероприятие, которое объединяет любителей разных жанров творчества, дает возможность показать себя, раскрыть всю ту красоту, независимо от той культуры, которую вы представляете на сцене. Здесь, в Бресте, все становятся друзьями. Наверное, именно этим наш фестиваль и славен, что мы можем объединить, соединить, подружить народы и дать им дальнейшую историю. Разнообразие направлений международного фестиваля отразилось на составе жюри. Оно большое и авторитетное. В коллегии судейства люди творческие и опытные, которые точно знают, у кого из участников фестиваля будет большое будущее. Я успел съездить в Лиду на конкурсный отбор Славянского базара, как раз детский, и там посидеть в жюри. Так вот, я скажу, что некоторые дети, которые вчера были в «Миллениуме», могли бы составить достойную конкуренцию и, в принципе, могли бы оказаться и на сцене Славянского базара. На сцене выступали как творческие коллективы, так и талантливое жюри. Яркие образы, танцы и песни радовали зрителей своим разнообразием и многоплановостью. Фестиваль «Миллениум» – это возможность для всех танцоров, певцов и музыкантов показать свой талант и попытать свои силы на большой сцене. Если вы хотите быть счастливыми, танцуйте всегда. Если вы хотите быть счастливыми на своей земле, танцуйте свои национальные танцы. Любите свою белорусскую музыку. Гордитесь тем, что вы живете в Беларуси. А любимый город, он тоже любимый наш город, Брест, пусть живет и расцветает. Мы очень любим творчество Беларуси, давно дружим с вашей страной. И действительно, скажем, наша дружба обусловлена не только любовью к вашей традиции. Мы дружим с посольством Беларуси в Москве. На 23 февраля мы поздравляли ваших дипломатов. Поэтому мы в гостях, но мы чувствуем, что мы дома. Лучшие творческие коллективы и артисты в индивидуальных номинациях были награждены ценными призами и денежными премиями. Гран-при конкурса выиграл пинский образцовый любительский ансамбль эстрадного танца «Дарлинг».